Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 3 число, и мы решили ехать на горку. Сейчас на улице минус 3, завтра обещают минус 6, послезавтра минус 9, поэтому поедем на горку, правда, очень сильный ветер. И мужчины мои, как всегда, начали собираться, и выяснилось, что ни у кого нету теплых штанов. Так что мы еще заедем в спортмастер, а потом поедем на горку. Так что... Приехали на горку. Я купила себе еще теплые носки, потому что я все время мерзну. Я в шубе, потому что не буду кататься. Вот. Башня у нас. И там Финский залив. Блин, тут ветер очень-очень сильный, потому что Финский залив. Кажется, я зря накрасилась. Там на прокат дают ватрушки. В прошлом году стоило 200 рублей час. Сейчас не знаю, сколько будет, не будет мои брать. Такая тут красота. Вон мои идут. Латусь, мне кажется, идеи не очень хорошие на Бедянке. Ты хотя бы не здесь. Ты хотя бы вот сюда, Влад, по льду. Да, Влад, по льду. А ты сел, там застрянешь. Вот сюда давай. Потом я. Сумасшедшие вообще. Вот, это экстрим. Ну. Ледянки не еду. Где тормоза у тебя? Все, он поехал. Давай, вот только туда, вот прямо, пожалуйста. Клёво! Экстремал. Тут в парке какие сделали это. Не знаю. Издалека было похоже на улитку. Прикольно. А здесь вот какого-то... Я не знаю даже, как это называется. Такой, смотрите, как прикольно. Да? На самом деле здесь жуткий просто ветер. И не знаю, слышно меня или нет, но
просто ветер ужасный. Настолько холодно, что... Ну, такой ветер холодный, что кажется, как будто сейчас, не знаю, все минус 10. В общем, мы тут, я думаю, ненадолго. Поедем, наверное, скоро уже домой. Но так классно. Очень красиво здесь. Но, как вы видели на табличке, купаться здесь опасно для жизни. Потому что то, что бяки всякие. Вот так вот. В общем, пойду к своим. Папа всех везет. Ой, замерзли. Едем домой. Тебе попить не дали? Ладно, сука. Накатались? Да! Тоже чаек. Тут здесь очень холодно. Теплый чаек. Тут холодный. Тут холодный, не пей холодный. Мама! Я вот теперь снулся. Горячий пьешь? Горячий. Правильно. Хорошо? Теплый чаек. Не, это горячий. Горячий? Потому что это термос. Капюшон ему сними. Это термос, мам. Ага. Он держит горячесть внутри. Все, будете спать? Нет! Ужас. Я не буду. Переключи. Да нет, не хочу. Когда закончится, то... Все, мы приехали домой. Жутко намерзлись все. На самом деле, минус 3 машина у нас показывала, но дико холодно, потому что ветер, очень холодный ветер. А у нас, кстати, в Питере, вот мне кто-то из девочек писал, что у них там минус 30, минус 40. Если у нас в Питере будет такая погода, будет просто невозможно выйти. Из-за того, что ветер и сильная влажность... то как бы вообще невозможно, особенно около Финского залива, просто жути. И хочу вам показать, в общем, мы зашли, как я уже говорила, в Спортмастер, но, в общем, там купили штаны сыну, муж у меня тоже все штаны теплые купил, ну, такие утепленные, я не знаю, как называются, я их называю шуршащими штанами, которые как куртка такие, да. Но я вам хочу показать, если вы бываете в Спортмастере, обратите внимание вот на такие носки. У меня у мужа уже были носки от марки вот этой Columbia. Только я не помню вот точно, какие именно были. Вот сейчас я ему купила вот такие носочки. Вот они стоят 399 рублей. Вот такие он у меня их не одел, правда, но ему пригодятся. А я себе купила вот эти вот. Я их, правда, уже одела. Тоже стоит 399 рублей. Я взяла размер 39-42, ну, чтобы они такие были, не сильно облегали, в общем. Вы понимаете. Но вот эти носки, они нереально теплые. У меня ноги, как будто бы вот я в мягких, теплых тапочках была. Это, конечно, по составу 90% акрила, 8 полиэстер, 1 нейлон, 1 спандекс. В общем, сделано в Китае, все это понятно. Но вот эти именно марки Columbia, они просто крутые. Посмотрите, внутри они сделаны вот с таким ворсом, как бы. И вы одеваете, и ноги не мерзнут вообще. У меня даже пальчики не замерзли, когда я их одела. Тем более, мне кажется, стоят 400 рублей. Ну, вообще класс. То есть, очень рекомендую. Будете в Спортмастере, обязательно себе приобретите. Ну, или где-то в других спортивных магазинах. Вот именно вот эти Columbia марки. Потому что есть у Demix тоже. Ну, вот это такая недорогая, которая марка. У них они не такие теплые, как у Columbia. Columbia просто... Они, я не знаю, вы вообще не замерзнете. Видите, здесь такой сделан ворс. То есть в шерстяных носках я замерзаю, вот в этих нет. Видите, какие классные. Очень рекомендую эти носочки. Вот Columbia вот такого плана, это вот как я купила. И вот у мужа тоже они внутри немножко другие. Вот у мужа они тоже таким, с такой шерстью как бы идут. Ну, типа шерсть, да, это
полиэстер. Но они тоже очень теплые, просто нереально теплые. Так что, девочки, очень вам рекомендую такие носочки за 400 рублей. И ножки всегда будут в тепле. Тем более у нас у девочек всегда ножки должны быть в тепле. Вот они, видите, тут как какие-то специальные слои. И они действительно, знаете, вот бывает, одеваете шерстяные носки, и ноги как потеют в них, да. Здесь такого нету, видите. Вот как раз при катании, то есть ветрозащитные свойства идут и защищают от холода, позволяя коже дышать. Супер, просто очень рекомендую. Вы, когда вот купите себе одну такую пару, вы забудьте, что такое шерстяные носки в плане того, чтобы не ходить дома, а вот куда-то идти на мороз, и они, ну, достаточно тоненькие, то есть в обувь свою вы влезете, потому что бывает такое, знаете, теплые носки, но они толстые и невозможно застегнуть обувь. С этим такого нет. И у них еще вот тут и Колумбии есть такие, как гольфы, да, называются, которые почти до колен доходят. То есть очень рекомендую обязательно себе прикупить, девочки, ножки у нас должны быть в тепле. И будем все отдыхать. Я надеюсь, вам понравился такой влог. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.